Здравствуйте, уважаемые товарищи! Дорогие земляки! Уважаемые ветераны и воины Ногинского гарнизона! Сегодня в Московской области отмечается День воинской доблести. Такое почетное звание носят 28 населенных пунктов Подмосковья, в том числе и наш город Ногинск. Это звание является высшей степенью признания патриотизма местных жителей и советских воинов, которые разгромили немецких захватчиков и не пустили врага в Москву. Именно благодаря героизму наших соотечественников, мужеству и отваге, благодаря их преданности и любви к Родине, был пройден тяжелый путь к победе. Они прошли его ради нас, ради того, чтобы мы просто могли жить и радоваться жизни, создавать семьи и растить детей. Будем же хранить их подвиг в сердцах и передавать память о нем нашим детям, внукам и правнукам. В каждой семье есть свои герои. Это наш День Победы. Это наша история. Торжественно-траурное мероприятие объявляется открытым. Игорь Васильевич Сухин. Каждый год в эти майские дни мы проводим с вами памятные мероприятия в этом месте. Находясь здесь, меньше всего хочется говорить, хочется преклонить колено, отдать честь, если ты военный, или долго стоять с непокрытой головой. Мы должны не забывать тех, кто сложил головы на фронтах Великой Отечественной войны, кто пропал без вести, кто умер в госпиталях. В эти дни мы посещаем участников Великой Отечественной войны, их семьи, они сами просят только об одном – не переставать проводить эти памятные акции, собирать молодежь. Говорить и говорить о павших. И эту традицию в свое время Владимир Николаевич Лаптев с товарищами зародили. Вот уже 30 лет мы передаем традиции, проводим эти мероприятия. Мы вместе с вами встанем 9 мая в строй бессмертного полка в 13 часов.
Вот там стоят наши школьники, юноармейцы, будущие руководители Богородского округа, которые, я убежден, все эти традиции будут продолжать. Потому что это наш священный долг, это наша общая история. Вечная память погибшим в годы войны и мирного неба над нашими головами благодаря им. Дорогие товарищи, в 1941 году жители Ногинска, Ногинского района, как и вся страна, встали на защиту Отечества. Более 37 тысяч наших земляков ушли на фронт. 2200 ногинских добровольцев стали основой для двух полков Краснопресненской дивизии народного ополчения. Наши земляки героически сражались на фронтах. За свои подвиги тысячи земляков удостоены государственных наград и знаков отличия. В том числе 30 из них стали героями Советского Союза, а 5 – полными кавалерами орденов славы. Ногинчане доблестным трудом ковали победу и в тылу. С приветственным словом к вам обращается депутат Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации Александр Романович Толмачев. Добрый день, дорогие жители Богородского округа. Молодец. Сегодня действительно добрый день, потому что 77 лет назад наши герои, наши деды и прадеды, наши отцы победили в Великой Отечественной войне. Мы сегодня с вами все стали участниками традиционного шествия, добрая традиция, которая есть в Богородском городском округе. И не только мы с вами стали ее участниками, я считаю, что участниками были все те, кто встречал нас, кто махал, кто фотографировал, кто улыбался, кто выходил на балконы. И они тоже стали участниками нашей сегодняшней патриотической акции. На кладбище обычно приходят для того, чтобы почтить память, для того, чтобы вспомнить, для того, чтобы проанализировать, для того, чтобы быть достойными предками своих отцов, прадедов. Сегодня мы здесь, на мемориальном комплексе, вспоминаем всех тех, благодаря кому мы сегодня живем. Здорово, что здесь есть и молодые ребята, и девчонки, потому что именно от молодого поколения на сегодняшний день зависит, какое будущее будет у нашей страны. И мы с каждым годом вспоминаем и на каждых митингах, на каждом мероприятии говорим о патриотизме, говорим об истории. Но именно в этот День Победы, я считаю, что как никогда эти слова кстати и актуальны, потому что мы видим, что на сегодняшний день происходит у наших соседей, где история переписана, где новые поколения учились по учебникам, которые написаны шиворот на выворот. И мне хотелось бы искренне пожелать, чтобы каждый, не только участник, но и каждый житель Богородского округа после сегодняшней акции еще раз вспомнил историю своей семьи, историю своих родителей, дедов и прадедов. И от этой маленькой истории, от этой истории своей семьи изучал историю Отечества нашей страны. И именно тогда, я уверен, что мы сохраним и победу, и историю. Протоиерею Марку Ермолаю. Уважаемые участники торжественно-траурного мероприятия, дорогие братья и сестры, герои, которых мы сегодня вспоминаем, с кем еще, по милости Божией, мы можем взаимодействовать, встретиться взглядом, обменяться приветствием. Это люди, которые заслужили и почет, и уважение, и останутся вечно живыми. Потому что они совершили тот подвиг, о котором в Евангелии сказано самым лучшим образом. Нет больше той любви, если кто душу положит за други своих.
Этот подвиг тяжелый, страшный, совершил весь народ и оставил нам свои заветы. Верующие люди имеют возможность с усопшими вступать в общение через молитву к Богу. И нам это необходимо делать постоянно, а в сегодняшний день особенно. Нужно вспомнить одну деталь, что победа была дарована в 45-м году на Пасху. Это явственный символ того, что Божие благословение с теми, кто защищает ближних ценой своей жизни. Заветы тех, кто погребен здесь, в других братских могилах, без вести пропавших, всех, кто сложил свои жизни и в концлагерях, и не выдержав тяжелейшего труда в тылу, их завет, наверное, в том, чтобы мы были похожи на них. Нам необходимо через молитву и через...
Один тебе свой прокурор,